чемодан пати. Здрасте, меня зовут Аня. У меня вопрос, откуда взялась идея делать гитары из сигарных коробок? Привет, Аля. Ты спрашиваешь, откуда взялась идея делать гитары из сигарных коробок? Эту идею я взял в интернете. Нашел в интернете изображения и видео с этими прекрасными инструментами и стал увлекаться и изучать эту тему. Оказывается, что эта тема американская. Вообще, эта традиция делать гитары из сигарных коробок пришла к нам из Америки. Ведь дело в том, что Соединенные Штаты Америки не всегда была такой богатой страной, и люди там жили не всегда так хорошо и богато, как сейчас. Были тяжелые времена, и люди не имели столько денег, чтобы заказывать себе музыкальные инструменты у мастеров, потому что это было очень дорого. Ну, а так как в Америке выращивается табак, очень давно это уже идет, есть табачные плантации на юге Америки, то, естественно, там скапливалось очень много сигарных коробок. И мастера, обычные люди, фермеры, рабы, солдаты, там все такие бедные люди, которым нужны были инструменты, они, естественно, брали эти коробочки и делали из них разные инструменты, в том числе и гитары, и скрипки, и банджо, кто на каких инструментах привык играть. Вот. И сейчас об этом вспомнили и начали опять заниматься изготовлением музыкальных инструментов из сигарных коробок, но немножко на другом уровне уже, на современном уровне, с использованием современных материалов. Людям это нравится, это очень хорошее занятие, и эту традицию с удовольствием поддержали и возродили многие люди во всем мире, в том числе и я в России. Здравствуйте, меня зовут Марьям. У меня вопрос, что нужно сделать, чтобы получилась гитара из сигарной коробки? Привет, Марьям. Ты спросила меня, что нужно сделать, чтобы получилась гитара из сигарной коробки. Ну, насколько я понимаю, тебя интересует, что нужно сделать, именно сделать. Ну, в первую очередь взять сигарную коробку. Мы берем сигарную коробку и включаем воображение. Смотрим на нее долго и пристально. Примеряем в голове, в своих мыслях, как у нее, где будут находиться какие элементы. Как мы продумываем конструкцию. Далее подыскиваем заготовку из приличного дерева, чтобы это было жесткое дерево, такое твердое, для грифа. Дальше делаем конструкцию. И, ну, насколько я понимаю, тебя интересует сам процесс. В принципе, процесс несложный. Самое главное, изначально, с чего начинается построение любого музыкального инструмента, это построение
музыкального инструмента происходит сначала в голове. Надо его представить и дальше уже прорабатывать всю остальную конструкцию. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Даня. У меня есть вопрос. Какие знания нужны, чтобы сделать музыкальные инструменты? Привет, Даня. Ты спрашиваешь, какие знания нужны, чтобы делать музыкальные инструменты? На самом деле знаний нужно очень много. Ну, конечно, не столько много, как у академиков или у доктора наук, но достаточно много. Начнем с того, что нужно знать свойства материалов, свойства древесины разных пород, свойства клеев, технологии обработки древесины в первую очередь, как ее шкурить, как обрабатывать, чем красить, как она поведет себя при воздействии на нее нагрузок всяких разных. Нужно уметь пользоваться столярным инструментом, слесарным инструментом. Нужно хорошо рисовать. Нужно иметь хороший глазомер. Чтобы иметь хороший глазомер, нужно много работать с чертежами или либо рисовать. Я работал художником-оформителем достаточно много лет, поэтому у меня есть опыт, и я могу без линейки уже отмерять нужные расстояния, нужные отрезки. Бывает, даже играю так, отмерю и потом проверяю себя линейкой. И, как правило, все совпадает. Но это приходит с опытом. Вот. Естественно, я сказал, что нужно уметь обращаться с электроинструментом и с ручным инструментом. Естественно, базовые какие-то знания нужны. Раньше в Советском Союзе, я ведь родился и учился в Советском Союзе, и у нас в школах были уроки труда. Сейчас они тоже есть, но далеко не везде. Это очень плохо. И нас учили пользоваться стамеской, рубанком, напильником, сверлильным станком, фрезеровали, мы чеканку могли делать, полировали, шкурили, делали всякие табуретки, на токарном станке работали. Все это, конечно, пригодилось. И чем больше знаний у тебя будет, тем лучше. Ну, конечно, музыкальный мастер, особенно современный музыкальный мастер, должен уметь работать с паяльником, паять всякие электродетали, электросоставляющие, потому что практически все инструменты современные оснащены электрическими звукоснимателями. Все это пригодится. Естественно, ты должен читать много литературы по производству музыкальных инструментов, и либо смотреть видеоролики. Сейчас практически любые ролики есть ролики по любой тематике, в том числе и по производству музыкальных инструментов, есть в YouTube. И, конечно, хорошо бы знать английский язык. Вообще, желательно, даже обязательно. Потому что вся базовая информация, вся приходит оттуда. В основном из-за границы. Конечно, и наши русские мастера делятся, в том числе и я, делятся своими знаниями, своим опытом. Но что касается производства западных музыкальных инструментов, все как раз идет на английском языке, по большей части. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Андрей. У меня есть к вам вопрос. Пользуются ли спросом ваши инструменты, кто их приобретает? Андрей. Конечно же, пользуются спросом мои музыкальные инструменты, иначе зачем бы я их делал? И ты спрашиваешь, кто их покупает, кто приобретатель. Я тебе отвечу так. Изначально я делал эти инструменты для того, чтобы, ну, так как я музыкант, мне нужен был какой-то новый выход на музыкальный рынок, нужно было что-то предложить такое интересное. В плане музыкальном. То есть я решил сделать музыкальный проект.
вот такой играть блюз и кантри, вот это все старую американскую музыку на сигарных коробках, и как это было тогда, чтобы это все звучало как 100 лет назад. И в процессе изготовления этих инструментов я столкнулся с большой проблемой. Ты делаешь инструмент, его некуда девать. Надо либо его разбирать, либо кому-то дарить, либо выбрасывать и делать новый, понимаешь? Потому что сразу делать хороший инструмент не получалось. Естественно, нужно было для того, чтобы сделать новый инструмент, нужно вложить немножко денег. Ну, чтобы вложить немножко денег, надо их где-то взять. Поэтому инструменты я стал делать на продажу. Естественно, появились желающие купить инструмент. Но кто это такие? Это люди абсолютно разные. Я никому не отказываю. На любой кошелек у меня найдется инструмент. На любой запрос я всегда готов выполнить заказ любой сложности. Начиная от самых дешевых, там, это могут быть и студенты, и учащиеся, и просто вот, и женщины, которые там иногда бывают в подарок своим мужчинам дарят инструменты, и очень богатые люди, например, один из самых богатейших людей России у меня купил инструмент, это Анатолий Борисович Чубайс, абсолютно разные, и за границей американцы покупают, и французы, все. И тут, как говорится, но объединяет всех этих людей одно. Эти все люди очень любознательные. И они, как сказать, не боятся изучать что-то новое. Вот есть большая проблема, когда человек привык играть на гитаре много лет, вот он играет на гитаре, на Fender там, или на каком-то... на обычной гитаре, на мгновенной, на стандартной гитаре. Ему очень трудно потом переучиться и как бы освоить другой инструмент, то есть поменять что-то у себя в голове. А особенно если этот музыкант концертирующий, ему очень трудно переступить через себя, выйти, взять эту квадратную гитару из сигарной коробки, ему как-то неловко, и перебороть вот это. И, конечно, такие люди, которые покупают эти инструменты, они очень смелые, любознательные и жизнерадостные люди. Вот я ответил на твой вопрос. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Георгий. У меня к вам есть один вопрос. Делали ли вы какие-нибудь открытия, изобретая очередной инструмент? Привет, Георгий. Ты меня спросил, делали ли вы какие-нибудь открытия, изобретая свой новый инструмент очередной. Ну, насчет открытия, ну что такое открытие? Открытие — это то, чего раньше не было. То есть, но с другой стороны, любое открытие невозможно без изучения того прошлого накопленного опыта в данной области. Ну, занимаешься ты, например, какими-то инженерными штуками, решениями, да, там делаешь там какой-то прибор, да, то есть ты должен изучить, то есть ты же его не из воздуха делаешь, а из каких-то элементов. Эти элементы были созданы на основе там каких-то законов, на основе прошлых технологий. Те прошлые технологии были созданы на основе технологий, которые были до них. И вот это называется непрерывная технологическая цепочка. Как это называется? Забыл, как она называется. Короче, не важно. Вот эта технологическая цепочка, начиная от самого древнего какого-то там каменного топора и заканчивая суперсовременным навороченным производственным роботом, микрочипом, это все неразрывно. И естественно, когда ты чем-то занимаешься, ты должен опираться на тот опыт, который оставили тебе те прошлые мастера. И в процессе работы, естественно, я сталкиваюсь с некоторыми трудностями, которые приходится преодолевать,
за счет своей смекалки, за счет своей находчивости, но назвать это изобретениями я не могу. Скорее, это просто какие-то нестандартные решения, потому что все-таки я делаю инструменты нестандартные. И они, как правило, всегда все разные получаются. Вот. Да, это касается там каких-то деталей, что-то надо там придумать, то, чего не было и чего нельзя купить, как это сделать, какие материалы использовать. Порой бывают неожиданные вещи используешь, там какие-то бытовые, что-то найдешь, идешь по магазинам, смотришь так, просто смотришь, разглядываешь прилавки хозяйственных магазинов, и вдруг натыкаешься на какую-то вещь, и в голове у меня возникает, да, вот эта вот вещь, как раз, если ее немножко видоизменить, немножко подправить, подпилить, она вообще классно впишется, вот этот вот инструмент. Ну, вот так вот, такие вот открытия. А да, они небольшие, но, в принципе, они помогают потом развиваться другим людям, развивать это дело. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Вера. Кем вы себя больше считаете, музыкантом или изобретателем? Привет, Вера. Ты меня спрашиваешь, кем вы себя больше считаете, музыкантом или изобретателем? Ну, конечно же, я всю свою жизнь занимаюсь музыкой, но тем не менее и не гнушаюсь работать руками, потому что я наполовину мастеровой и наполовину музыкант, потому что по маминой линии у меня очень музыкальные люди все, а по отцовской линии мастеровые люди. Вот дед у меня по отцовской линии, он был плотником-краснодеревщиком. А по маминой линии все были крестьяне, но они все прекрасно пели. У них у всех практически, несмотря на то, что они жили в деревне, занимались простым крестьянским трудом, жили на земле, у них был прекрасный слух у всех, и они пели, играли на музыкальных инструментах, прекрасно танцевали. Да, они были крестьяне, но это вот люди как раз таки очень музыкальные были. И всю жизнь я как бы занимаюсь, с одной стороны, мастерю. Мне очень нравится работать руками, что-то создавать, работать с деревом. А с другой стороны, я всегда играю музыку. То есть одно другому не мешает. Естественно, что стараюсь работать безопасно, то есть, чтобы пальцы себе не отпилить банально, да. Вот. А так это одно другому не мешает. Поэтому, а ведь все музыканты, помимо простых исполнителей, музыкант, он ведь исследователь. Изначально музыкант – это исследователь. Поэтому, так как я занимаюсь американской музыкой, по большей части, это корневая, так называемая, музыка. Это блюз, госпел, трудовые песни. Это вся музыка, которая уже практически более 200 лет, около 200 лет. Вся, знаете, что современная музыка, она уходит корнями именно туда, в Соединенные Штаты Америки. Вся современная популярная музыка, там она родилась. И мне, как музыканту, который увлекается с молодости вот этой музыкой всю жизнь, играю блюз, джаз, рок-н-ролл и кантри, и мне очень было интересно, когда я узнал про эту тему сигарных коробок, мне было очень интересно создать такой инструмент и послушать, как эта музыка звучала в самом-самом начале, как она звучит именно на тех самодельных инструментах, которые делали те тогда 150 лет назад, вот те люди, которые нам оставили огромный пласт культуры, и которые нам оставили те прекрасные знания, прекрасную традицию, на которой дальше выросли все современные стили, начиная от джаза, рок-н-ролл, рок-музыка, и дальше и рэп, и все остальное, и популярная музыка,
и танцевальная. Так что тут термин «изобретатель», как бы, он не совсем верный. Скорее, я исследователь и художник. Ну, что-то, знаете, такое в балансе так находится. Художник, исследователь и мастер. Ну, всем пока. Счастливо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.